Целеустремленность и упорство, при помощи которых он уверенно преодолевал все препятствия, привели Лионеля Месси к настоящему успеху. Лионель Андрес Месси родился 24 июня в 1987 году в Росарио, Аргентина. Отец был работником металлургического завода. В свободное время тренировал юношескую футбольную команду. Мать работала уборщицей. Помимо этого, занималась воспитанием детей. У Лионеля есть два старших брата и сестра. В основном мальчик проводил выходные у бабушки. Это она записала любимого внука в ФК Грандали, когда тому было всего 5 лет. Именно бабушка увидела в нем задатки будущего футболиста и обратила на это внимание всех членов семьи. Сейчас Месси с теплотой вспоминает поддержку любимой бабушки и посвящает ей забитые мячи. В школе Лионель учился без троек, но все же на первом месте у мальчика всегда стоял спорт. В 8 лет он попал в клуб Ньюэллс Олд Бойз, который открыл миру множество талантливых спортсменов. Играя за молодежный состав, Месси удалось получить первый в жизни трофей – Кубок Дружбы Перу. Выдающиеся способности мальчика заметил местный клуб River Plate, но контракт с ним так и не был заключен. В 11 лет у Месси врачи обнаружили редкое заболевание – дефицит гормона роста. Мальчик сильно отставал ростом, в отличие от своих сверстников. Лечение обходилось безумно дорого. Ежемесячно семье на инъекции гормона отдавали баснословные суммы. Это и стало причиной отказа клуба выкупать юного спортсмена. Скаутов ФК «Барселона» такое положение вещей не остановило. Напротив, они предложили Лионелю поехать на просмотры в Испанию. Месси послушался совета, правда, отправился без особой надежды. Но руководитель каталонского клуба Карлос Ришак, увидев, как он тренируется, был просто в восторге. Мужчина принял молодого бойца в коллектив и даже полностью оплатил лечение. В 2004 году Месси впервые официально вышел на поле за Барселону. Играли тогда против клуба «Эспаньол». На чемпионате Испании юный спортсмен, вышедший на замену, отправил свой первый мяч в ворота клуба «Альбасетте». Примерно в тот же период состоялся его дебют в Лиге чемпионов. Правда, начало не радовало. Барселона проиграла украинскому «Шахтеру» со счетом 0-2. Через год он отличился, забив гол в ворота команды «Панатинаикос». Но перед финалом был сильно травмирован, из-за чего пришлось прекратить дальнейшее участие. В 2005-м впервые вышел на поле в составе сборной Аргентины. Во время чемпионата Испании в 2006 году Лионель Месси своим фирменным хет-триком забил решающий гол. Благодаря этому команда получила бриллиантовый мяч FIFA – второе место, золотой мяч – третье место. Далее, с 2007 по 2008 года следовала череда неудач. Футболист то и дело получал травмы, из-за которых не мог выступать в полную силу. Но команде все же удалось вырвать третье место и оказаться в 1/2 финала Лиги чемпионов. Тогда же молодой человек принимал участие в Олимпийских играх в Пекине. Аргентинская национальная сборная одержала победу, получив первое место. Не без его участия команда заслуженно получила Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, золотой мяч FIFA, причем два раза. На чемпионате мира 2014 года национальная сборная выступила хорошо, дойдя до финала, но не одержала победу, несмотря на старания своей звезды. Тогда Лионель отыграл 7 матчей и забил 4 гола. Его признали лучшим футболистом Мундиаля. Кто досмотрел до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.